Привет, друзья! Российская армия начала активно использовать бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданную на базе танка Т-90. Машина разминирования БМР-3МА создана в 2007 году и обладает повышенным уровнем защиты экипажа. Основное отличие шасси БМР-3МА от базовых машин – усиленная противоминная защита. Днище и борта корпуса машины сделаны многослойными, с применением дополнительных броневых плит на специальных распорках. Пространство между бронеплитами заполнено наполнителем, обладающим противоаккумулятивными свойствами. Корпус машины дополнительно закрыт блоками динамической защиты. Машина оснащена генератором радиопомех и приборами ночного видения. БМР-3МА выдерживает взрыв мины под днищем до 7,5 кг. На борту имеется запас продовольствия и воды на 5 суток. Также есть средства для разогрева пищи и кипячения воды. В машине установлен компактный туалет, фильтровентиляционная установка и кондиционер. В ней фактически можно жить до 3 суток. Вооружение машины – 12-мм пулемет. Для выполнения работ по разминированию машина может комплектоваться минными тралами ТМТС, КМТ-7 и КМТ-8. БМР-3МА обеспечивает траление самонаводящихся противобортовых мин с акустическими и инфракрасными взрывателями, разрушение проводных линий дистанционного кабельного управления взрывателями мин и прочие работы. На базе машины создана роботизированная машина разминирования «Проход-1». Ссылка на видео, а не в комментариях к ролику. Экипаж машины – 2 человека и 3 сапера. Боевая масса с тралом – до 51 тонны. Ну, эта машина предназначена для проделывания прохода в минных полях, для сплошного разминирования. Машина очень эффективна, база танка Т-90, как вы видите, трал впереди, трал тяжелый, сплошной, предназначен для проделывания проходов противотанковых, противопехотных минных полях. Машина очень хорошо защищает экипаж, система жизнеобеспечения, до 5 суток экипаж может находиться в машине, даже при радиационном заражении. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.